его тепла. Но он не говорит, что у него внутри ни слова одного, а его любви. Наталья! Шоу. Вот вы вообще не поняли, да, кто это? Из-за плохой связи или как? Или просто да, не слышно? Да нет, связь плохая, как ты тихо, что не видел. Ну, вы знаете, исполнителем раньше был Малина Акула. Вот, сейчас ее зовут по имени и по фамилии. Я тут помогаю вам в рамках 1 сентября. Она была в гостях у русских персов. Дважды. Дважды, который еще пел. Кислов Никитин. Кислов, как зовут этого исполнителя? Исполнительный все. Что за Кислов не убил? Я задыхаюсь! Пожалуйста! Умиваю! Мы не ножки, мы макушки, прямо сейчас все.